Приветствую всех на своем канале. В последнее время мои подписчики стали часто мне указывать на то, что в моих видео очень мало кроликов. В основном я только болтаю, а кроликов показываю мало. Я решил исправить эту ситуацию, и в сегодняшнем видео будет много кроликов. Да что там много? Я собрал всех своих кроликов в этот один ролик. И сейчас я вам их покажу и расскажу о них все. Как говорится, выдам все явки и пароли. Ролик получится объемный по времени, поэтому наберите себе терпения, устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. А начнем мы наше видео с первого кролика. Это наш старичок. Чего такое? Это Витек. Витек это. Это у нас строкач. Ему уже более 2 лет, да даже уже, наверное, 3 года, уже даже чуть больше. Мы его взяли взрослым. Что-то с ним этот. Вот, и плюс он у нас еще сколько прожил. Но работает исправно. Кролл хороший, не агрессивный. Пока работает, пусть живет. Так. Чё. Идем к следующему кролику. Извиняюсь сразу за чистоту в клетках. По плану у меня только завтра. Чистка клеток, уборка, обжиг от пуха, потому что многие линяют. Поэтому не обращаем внимания. Так, ну-ка покажись. Это у нас Снежок. Снежка все прекрасно знают. Любит почесаться Снежок. Снежок у нас уже участвовал в видео. Я рассказывал, когда он там приезжал к нам с Беларуси. Кролл вообще отменный. Уже много от него пометов получили. Работает как пулемет. Долго не церемонится. Поэтому какая бы самка ни была, ему все равно. И для него не принципиально к нему подсадить в клетку, либо его подсадить к самке в клетку, ему все равно. Ой, ну любит почесаться, но любит почесаться. Ну все, иди. Оп, закрываем. Да, Снежок. Следующий у нас это также с Белоруссии. Окрас такой к сиаму ближе, тоже такой подросточек, не помню ему месяцев 5, наверное, вот такой вот красавчик, покажись. Вот, что про него могу вам сказать. Нерабочий самчик пока еще, непонятно, что из него выйдет. Ему еще рано, и где-то осенью мы, наверное, с ним будем начинать уже работать. Красавец, красавец. Спокойный, аппетит хороший. Окрас такой красивый. Да? Иди, иди. Не агрессивный, главное. Так. Оп, покажись. Покажись, красавчик, красавчик. Ты какой. Вот ты какой. Так, следующий у нас. Это шиншилла. Окрас шиншилла, французский баран. Это мой выводной. А чё глазенки-то прибавил? Чё, испугался, что ли? Это мой выводной. Получился от Саландра, девочки, которая с Ростова. И вот этого вот белого, который с Белоруссии. Ай, какой шикарный получился. По возрасту ему скоро будет 4 месяца. Но он по весу превышает свой возраст, так скажем, да, выскочка, так вот так мы, я их называю, те, которые хорошо идут в рост, и мы решили его себе оставить, посмотрим, что с него выйдет, какой хороший. Это первая шиншилла в моем хозяйстве, моя выводная, я имею в виду, но у меня есть еще шиншиллы, конечно, как бы покупные, но это первый мой выводной самец. Смотрите, какой хороший, хороший. Тоже осенью будем его запускать. Сейчас посмотрим, какую самочку ему подобрать. Так, чтобы получились красивые окрасы. Ха-ха-ха. Ладно, пойдем дальше. Закрываем. Ласточка. Это тоже наш старый житель. Немецкий пестрый великан в голубом окрасе. Самочка хорошая, линяет уже. Она беременная у нас девочка. Беременная девочка. Всегда приносила хорошо, всегда выкармливала. Самка молочная.
Проблем с ней, в принципе, никогда не было. Как бы выдавала всегда крупный крольчат. Кстати, вот эта самочка у меня участвовала в эксперименте по инбридингу. Вот она приносила мне инбридинговый крольчат. У меня, кстати, сейчас пойдем дальше, я вам покажу. У меня сидит кролл от нее, от инбридинга. Да, ласточка, все у меня хорошие, все такие хорошие. Сейчас она беременна. Скоро, сегодня у нас 21 июня. Через 10 дней, где-то 12 дней, она должна нам принести. Следующий экземплярчик у нас. Тоже французский баран. У меня в основном французский баран. И строкачей осталось не так много, но есть. Окрас Орликина, пацаненок. С Москвы, от Надежды. Вот такой вот хороший. Тоже рабочий самец. Вы посмотрите, да хватит, все. Не любит сниматься, что ли? Морда-то какая, а? Королячья какая у него. Как мы называем у себя будка, да не бойся. Что-то, ой, какой-то этот, вроде всегда любил погладиться. Так вот, с ним история какая. Когда мы его стали подсаживать к самке, к своим самкам, он не стал их крыть. Мы подумали, что все, самец нерабочий, самец плохой. Как дело происходило, он их просто нюхает, облизывает, но даже не залазит, даже не пытается. Мы думали, все, будем от него избавляться. Зачем, да, такой самец, который, в принципе, не работает. Вот. Но мы забыли о том, что до него, как к нему посадить, мы сажали ее, этих самок, к Снежку, к белому белорусу. Вот. И потом, когда уже мы тех самок обратно посадили к белорусу, оказалось, что они беременные, как бы, да. И мы к этому самцу потом подсадили другую самочку, самочку-шиншиллу, я ее покажу позже. Вот. И он ее покрыл с первого раза. Он на нее налетел. Он был так счастлив просто, что ему дали самочку. И мы сделали вывод, что он, наверное, чувствует, что самки беременны и не лезет к ним. У меня уже был такой самец один, белый великан. Он делал то же самое. Если самка беременна, он просто вокруг нее крутился. Он ее облизывал, он ее нюхал. Но покрывать даже не пытался. И вот этот самец, получается, делает все то же самое. Но показал себя, зарекомендовал себя с хорошей стороны. Поэтому будем его проверять еще. У него еще есть кого покрывать. Поэтому будем держать. Нисколько не пожалел, что его себе оставил. Следующий у нас это Гришка. Это Гриша. Григорий. Тоже французский баран. Окрас Саландр, тоже из Москвы, линяет, да? Пока еще не проверенный кролл, ни одну самку еще не покрыл, но мы подсаживали, как бы, он вроде садки делал, вот, но пока результата нету. Непонятно, то ли были самки молодые, то ли Гришка подкачал. Но ничего, скоро самка освободится, буквально через месяц с крольчатами отсидит, и мы его уже точно проверим. Как раз плохо видно. Вот он, Саландерик. Да ухо ты-то опусти. Чё задрал ушко? А, такой Гришка. Саландерик. Все активные. Что самцы. И самочки, в принципе, не против. Но это тоже один из старичков. Это Наилька. Парень у нас с Челябинска, с сурового города Челябинска. Но не бойся. Тоже самочек покрывает только в путь, тоже линяет. Вот, да, Наилька? Тоже старенький уже, но ничего. Главное, самочек покрывает. Главное, пацаненок работает. Ласковый, линяет. Да? Любит покушать. А кто не любит вкусно поесть, да, Наилька? Покажи с той стороны. Фу, линяет. Надо убираться у вас. Сжигать клетки. По окрасу, в принципе, нормальный, красивый. Мы его назвали в честь хозяина. Хозяина зовут, бывшего хозяина, так скажем, зовут Наиль. А чтобы нам не путаться, откуда что, мы его тоже назвали Наилькой. В общем, друзья, если кому нужны контакты хороших заводчиков по кроликам,
пишите мне в комментариях, либо по номеру телефона, WhatsApp, Viber. Неважно, оставлю я номер телефона в описании под видео. И там можете писать, интересоваться, подскажу, если есть интерес. А вот это вот тот самый экземпляр, имбридинговый, от ласточки, вот этой вот, которая строкач в голубом окрасе. Немножко шугливый, не любит гладицу, какая буточка. Кролл еще совсем молодой. Ой, я его немножко даже опасаюсь, потому что он постоянно сидит на втором ярусе и постоянно пытается выпрыгнуть. О, какой. Вот, жив-здоров, имбридинговый кролл. Единственного я себе его оставил. Посмотрим, хочу с ним поработать, хочу посмотреть, что дальше с ним будет. В принципе, четкий окрас, маска, очки, широкие пятнышки, в общем, все, корона, четенько, да, можете видеть, в принципе, результат имбридинга. Ну и, как бы, по внешнему виду видно, что самец, отличный самец. Вот, зубов у него нету, два уха, все как у кролика, одинаковые лапки, все хорошо, все прекрасно. Ну, посадим его потом к самке. Ну, какой, ну ладно, будем закрывать. О, полез, иди. Иди, вот, покроем им и посмотрим, что там. А дальше у нас идет немец. И что-то мне подсказывает, что это не французский баран. Но я не буду утверждать. Мне кажется, что это больше похож на немецкого барана. Этот кролл приехал к нам с Германии. Вот, буквально до всей ситуации, которая сейчас происходит во всем мире, так скажем. Нам привезли его с Германии. Жена назвала его Жорик. Но почему-то постоянно, когда я к нему подхожу, давать ему кушать, либо просто погладить, я его почему-то зову Гансом. Ну, так решили я оставить, Ганс. Ну, потому что немец. Кролл, мы его брали трехмесячным, сейчас он уже вымахал вот такой вот, вот тоже в окрасе шиншилла, чистокровный немец. Вот, я говорю, больше похож на немецкого барана, чем на французского. Кстати, на сайтах немецких, когда ты вводишь там французский баран, он тебе ничего не выдает. Нужно писать немецкий баран, и тогда объявление немецких этих продавцов всплывает, и вот такие вот барашки потом в объявлениях показываются. Вот он шиншиловый такой. Самец рабочий, кстати, проверенный, хорошо уже работает, также безотказно. Ему все равно, какую самку ему подавать, работает как пулемет, проверено. Самка от него уже беременная. Посмотрим, каких крольчат она нам принесет. Здесь у нас вот он, маленький строкач. А что такое? Снимают тебя. Что такое? Отвлекли тебя. Девочка, это девочка. Едет она у нас в Иркутск. Ну, там рядом с Иркутском. Еще с ней мальчик едет. Все любят погладиться. Все любят. Вот такая вот девочка, красавица. Иди, мой, иди кушай, не отвлекаю тебя, все, иди. Так, красавица. Так, здесь у нас шиншилла. Тоже наша выводная. Чего такое? Сегодня жарко, все так притомились. Вот она, наша шиншилка выводная, едет в Красноярск. Че? Вес хороший у данной самочки. Чего такое? Кушает, аппетит хороший. Девочка. Вот такие у нас шиншилки получились. Одного мы себе, самца, оставили. А вот самочку. Одну уже продали, ее сестру. А одна у нас, получается, скоро уедет в Красноярск. Так, вот еще один. Это от ласточки. Мы не будем открывать, он немного шугливый. Как бы меньше внимания им уделялось, потому что сейчас огород, сейчас особо не посюсюкаешься, нужно брать тяпку либо лопату и бежать в огород. Вот. Ну, тоже растет, тоже хорошо питается в голубом окрасе. Кстати, вот этот вот пацаненок с той девочкой, которая только что была на видео, вот они пары поедут в Иркутск.
Так, тут у нас что? А, тут две девчули. Красотули, две девчули, тоже две строкачки. Девочки хорошенькие. Че, так вот они немножко шугливые. Вот это Катюха. Ага, это дочка Катюхи большой. Да? Че такое? Кто там? А, ух ты, царапаться, кусаться. Так, ну ладно, идите. Так, кто у нас там дальше? Сидят, отдыхают. Здесь у нас... Опа, здесь у нас французские барашки. Вот она, девочка у нас уже рожает второй раз, вот принесла приплодик. Вот они тоже есть шиншилки. Есть у нас тут, кто это у нас, как раз-то непонятный, на пуленке, типа сиам. Вот еще шиншилка, жарко вам, развалились, всем жарко, девочка моя. Ну ничего. Все будет хорошо. Она у нас покрыта тоже снежком. Тем, который белый. Вот, потому что у нас самцы еще были не готовы. Поэтому мы покрыли ее обратно снежком. Вот такие вот получились черные. Че, ушко-то опусти. Маленькие еще, худенькие такие. Ну ладно, сидите. Там-там-там. Так, следующий вот такой вот напыленочка у нас. Кстати, едет тоже в Иркутск на днях. Иди, иди, вот тебе травку, иди, иди погрызи. Такой вот хорошенький, ему 3 месяца с копеечкой. Вот такой вот уезжает. Тоже с первого помета, это получается сын вот этой вот Саландра, девочки, которую вот буквально только что сейчас я вам и показывал. Так, идем дальше. Ну, практически здесь все закончено. Кроликов у меня не так-то и особо и много. Что распродал, что убрал по разным причинам. Вот черные, это 2 мальчика. Я здесь. Все, строкачики, 2 пацаненка. Пока еще никуда не едут, пока еще никому не говорил о продаже. Поэтому пусть пока сидят. Здесь у нас девочка Орликиша. Покажись, тоже вот она беременная. И, кстати, она покрытая немцем Гансом, который шиншилла макраси. Девочка. Ой. Какая. Сейчас что-то не... Поскулила даже. Да не бойся. Тоже любит почесаться. Любит вообще-то погулять. У нее есть такое. Она раньше сидела на первом ярусе. А первый ярус у меня пока временные клетки, потому что делаю новые клетки. И бывало так, что когда она кушала, она мордой, ну, как в дверь стучала, грубо говоря. Ну, я не знаю, как это назвать. Вот, и крючок расслаблялся, дверь открывалась, и она выходила гулять, как бы. Есть вот у нее такое. Но сейчас сидит на втором ярусе, немножко подделал ей крючки, чтобы лучше держались. Вот тоже дней через 10-12 должна принести, посмотрим. Хочу определенный окрас от нее получить. Вот, ну не знаю, будем надеяться, что принесет. Да? Ну а сейчас мы отправимся в Святая Святых, это родильное отделение. Вот мы и в родильном отделении. Здесь есть немножко мелочи. Тоже тут 2 строкачика. Красавчика. Тоже немного кроликов. Чего такое? Все любят погладиться. Чего? Иди. Две маленькие пипеточки. Две девочки сидят. Маленькие еще. Сейчас поверху пройдемся, потом понизу к маточникам. Так, здесь у нас 2 французских барашка. Один у нас уезжает. А, нет, они никуда не уезжают. Здесь у меня 2 и останутся. Орлы. А, пацаны. Ага, пацаны. 2 пацаненка. Вот так вот, когда клетку открываешь. Сейчас, видимо, еще в стайке жарковато. А так обычно, когда прохладно, начинаешь открывать, как будто кушать им налаживаешь. Они все, они прям бегут, летят. Ай, да какие. Все такое. Орлы. Ну, пока вот сидят дома. Пока никого, никуда мы их не отправляем.
Так, здесь вот они, сиамчики у нас такие. Девочка и мальчик. Ну что, пойдем? Ать. Это вот кнопочка, маленькая девочка. Или это мальчик? Нет, это пацан маленький. Вот он был последний в помете, самый маленький. Ну и вот по статистике, так скажем, он и остался самый маленький. Он должен быть вот таким вот уже. Даже по голове видно, да, что вот эта девка больше, чем вот этот пацан. Ну, в полраза где-то. Это, наверное, весит больше уже 3 килограмм. Еще не взвешивал. Она, кстати, вместе с шиншилловой девочкой нашей выводной едет в Красноярск. Что спряталась? А, вот это с нами останется насовсем. Потому что, ну, куда я его дену? Продать мы его не продадим, потому что он не соответствует никаким стандартам. Маленький плюгавенький. Поэтому оставим его себе. Ну, ничего не поделаешь. Это вот, кстати, от той девочки Саландрихи, которая сидит сейчас с маленькими. Так, теперь у нас кто тут у нас? Это Бусинка. Бусинка у нас с Украины приехала. Буся, иди погладим. Буся уже родила. Покрыта она у нас также белым снежком, как я уже сказал, у меня с самцами половозрелыми была напряженочка небольшая, не с кем было сажать, и посадили ее также к снежку. Здесь она нам принесла радугу, непонятную пока еще по окрасу. А ты что ругаешься? Ну-ка давай погладим. Ух ты, ух ты, ух ты. Она у меня свирепая, дама с характером. Обычно вот сюда, когда открываю клетку, она всегда сюда идет. О, о, а сейчас что-то не хочет. Ну-ка, иди-ка сюда. Вот здесь такие вот с Наполеоночкой есть. Иди, один. Здесь наподобие. Здесь вообще какой-то интересный. Кто здесь у нас? Вообще как под типа серебра. Гавана-серебро. Не, ну у меня, ребята, первый раз такое. Вон, посмотрите, да? Гавана-серебро. Все здесь наполовину серебристые какие-то. Здесь непонятно какой окрас. Ладно, будут расти, посмотрим. Кто здесь? Вот еще вот две напыленочки такие вот есть. Остальные какие-то непонятные. Ну да ладно. Вот, все, я уже сказал. Буся у нас с Украины. От Иван, если я не ошибаюсь, Шуляк, по-моему. А, Руслан. Руслан Шуляк, спасибо ему. Ну, хотя он вряд ли, наверное, смотрит мои видео, но все равно ему спасибо. Самочка отличная. Первокролка принесла молочная, кормящая. Нареканий нет вообще. Ну, так назовем это в идеале. Это моя самочка, это строкачка. Это Катюха, Катюшка, чумая. Вот вас когда снимаешь, вы никогда вот не любите, что вас снимать. Как кушать бежать, так вы самые первые. Ай, чумая. Вот ионы ребятишки. Тут тоже как бы немножко непонятно, кто с чем. Здесь вообще вот такой вот принесла. Половина в сером окрасе, половина в черном. Непонятно, где-то здесь был черный, тоже серебристый прячется. Нет, ну я его, наверное, не найду. Ладно, беспокоить ее не буду. Ну, Катюха это наша выводная. Также одна из старичков, так скажем, уже много раз королилась. Дама со стажем, так скажем. Но еще не бальзаковского возраста. Вот это вот по строкачам, да. Так, кто у нас здесь? Вот тоже одна из новеньких. Первокролка. Вот уже тоже нам принесла. Вот такой. Вообще, эта дама у нас с Москвы, также от Надежды, самка молочная, мамка хорошая, она принесла нам тех окрасов, которых, в принципе, мы ожидали, но наполовину. Мы ее, как раз вот эту вот самку, мы покрыли мякишем. Я, кстати, его до этого не называл, да, это орликин, тот, который мордастый. Вот, она принесла нам орликинов. Вот один орликин. Этот вон Ренчик сидит. И давай посмотрим. Ну, что ты прячешься? Не прячься, давай. Ой, иди, 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 подвинься. Вот еще Ренчики. Вот Ренчики есть, орликишки есть. Ну, не буду их сейчас сильно беспокоить. В общем, хотели... Вообще мы хотели получить окрас Рен, скрещивая там определенные цвета.
гамму цветов, да, но вот нам самочка, от которой мы как бы и не ожидали, окрас у нее какой-то тоже непонятный, пепельный какой-то, вот, и мы от нее не ожидали, и она нам принесла рёнчиков, вот он такой, вот он рёнчик, вот он, давай на свет, такой, а, покажемся, беги, спрятались там в уголку, я и маточник убрал буквально дня 3 назад, потому что они выскакивают из маточника. Ну, думаю, а зачем тогда и маточник место занимать будет. И убрал маточник. Все, мамка молочная, мамка хорошая. Что еще нужно для счастья кроликовода? Чтобы самка приносила, самка кормила, выкармливала. И чтобы все было хорошо. Вот. Это шиншилла, про которую я говорил. А, приехала она с Белоруссии к нам. Девочка. Она беременная, покрыли мы ее, орликина, кстати, мякишем-то мы ее и покрыли, вон тем орликином. А девочку орликина мы покрыли немцам, гансам. Че, девочка беременная, ну что еще могу про нее сказать? Девочка хорошая, пока еще не знаю, как себя она будет вести, как мать. Вот, ну, спокойная, нареканий нет. Кушай. Аппетит хороший. Приехала к нам тоже маленькая. Да, маленькая приехала. А сейчас какая дама такая. Вот, ну будем ждать. Тоже буквально дней через 10-12 должна принести. Я уже здесь все приготовил. Маточник. Будем ждать, будем надеяться, что все будет хорошо. Ну и последняя у нас девочка. Окрас Саландр. Саландр Гаванна. Ой, все повылазили. Все, маточник пустой, можно тоже убирать. Эта девочка приехала также от Руслана Шулика. Так же, как и бусинка. Это кнопа, кстати. Так же, как и бусинка. Бусинка просто обычный саландер, а это саландр Гаванна. Ждали от нее каких-нибудь гаван-саландров, но не получили. Получили белых. Надо вот эти поменять. Черных получили, гаванну получили. Тёмая. Но гаванну... А, сейчас посмотрим гавашку. Вот она, гаванна. Классика. Но мы его оставим, скорее всего, себе. А почему? Потому что есть кое-какие намётки, чтобы её кое с кем скрестить. Кто там спрятался? Какой? Зацепился. Вот они, чисто белые. Недавно продали белого, голубоглазого, кстати, получился у нас голубоглазенький. Иди еще, гаванночка, вот она, гаванночка, иди. Вот, тоже мамка хорошая, мамка молочная. Ну, как я уже сказал, что еще для счастья кролиководу надо? Иди. Вот, тоже надо уже маточник убирать. Да, и все, и выпускать их, как говорится, в свободное плавание. Ну вот и все, друзья, на этом мы будем заканчивать, буду заканчивать свое видео. Надеюсь, я удовлетворил ваши потребности в плане того, что мало кроликов показываю. Сегодня было много кроликов, я вам показал всех своих кроликов. Надеюсь, вам видео понравилось. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. На этом все, друзья. Пока-пока.